shit stop bow. Всем привет, мы Вальгалничай! Мы там... 2019? Да, 2022 год начинается с тем, с того, что я соскучился по футбольному челленджу. Тренд в ТикТоке. Делается круг, играется в кёрлинг, только футбольный кёрлинг. Такой же делал Игорь Олейник с своим парнем Ильханом Салаховым. Я пошутил. Или нет. Можно впервые столкнуть в этом мире футбольный клуб «Деньги» и футбольный клуб «Амкал». Я из ФК «Деньги». Что ты сейчас сказал? Докажи как. Почему? Ты посмотри видос последний. А я вот смотрю на твою грудь, я вижу «Амкал». И что? Ну, как скажешь. Сегодня Ждан и Фидос представляют футбольный клуб «Амкал». Это «Амкал», руки на стол. Танос и Ильхан. Ильхан пока что представляет футбольный клуб «Деньги». Пока что! И рассказываю, что будет происходить. У каждой команды есть 4 мяча, то есть в каждом Энди. Привет, я Энди! У каждого игрока есть... Стас, ты, блядь, сейчас прослушаешь, потом будешь ругаться, что проигрываешь. Смотрите, у одной команды разноцветные мячи, 4 мяча, у другой беленькие мячи. Ваша задача катнуть мяч в дальний круг. Не в центре, который круг, а он в дальний круг. И, учитывая, что у них там по 8 камней и получается 10 эндов, у нас получается 4 мяча, то есть в 2 раза меньше, значит и будет 5 эндов. Логично. После каждого энда считаются баллы только одной команды. А баллы команды, чей мяч был ближе к центру. Вы можете и выбивать мячи, можете и не выбивать. Просто ваша задача какой-то из мячей, чтобы был ближе к центру, и потом эти мячи будут считаться вашей командой. В общем, я надеюсь, вы поймете. Вообще, мы цветы. Как хочешь. Это понятно. Бам! Мы вообще в кёрлинге, типа, знаешь, там они тактику, знаешь, у них выставляют гарды, чтобы ближе к центру, все дела. У нас будет задача просто, чтобы мяч там остановился внутри этого круга. И там все. У них еще надо, чтобы половину круга проехал камень, иначе он что-то выбывает. Нет, он не выбывает, его нельзя, чужой камень нельзя тереть в первой половине. Типа чужой камень. А, я понял. Типа я, ты кинул камень, и я могу его оттирать, чтобы он вылетел только после половины круга. Ну это мы немножко упрощаем. Короче, главное, чтобы мяч остановился ближе к центру. О, все понял. Раз, два, три. Проиграл. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Мы вторые. Вторые, вы начинаете. Итак, первый энд. Кёрлинг. Футбольный клуб «Деньги» против «Амкала». Начинают футбольный клуб «Деньги». Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Я тебе расскажу вам, в чем прелесть действительно присутствует на челлендже. Тёмычем Нечаем сегодня. Последние 5 минут я думаю, во-первых, о том, что после челленджа мы пойдем дружненько помоемся. А во-вторых, потом мы пойдем где-нибудь пообедаем идеально. Вот это круто, вот это ребята. Вот почему надо попадать к нам. Да, есть что добавить? Начинаем. Данный видеоролик не получился бы, если бы не наши друзья FunBet. Они помогают создавать классные ролики. Ссылка внизу в закрепленном комментарии, чтобы скачать приложение FunBet и получить фрибет в 1000 рублей. FunBet является официальным партнером множества топ-клубов. Йо! Кёрлинг — это жизнь. Амкал, ваш ответ. Второй мейк. Это гард, это гард. А, да? Это гард? Да! Вот этот можно убирать. В смысле убирать? Сука ебучая. Даже... Собери! А вот сейчас что сделать? Я сделаю красиво. Я вообще без подготовки. Не, без подготовки просто пиканул так. И все. Не попал! Блять, это свип надо было делать, сука! Это гард! Если бы мы посвиповали, то он бы зашел! Ну, правильно. Потенциально! О! У нас два гарда.
А, подождите, аналитика по гардам вот к человеку. У нас одни гарды. Гард, и два еще гарда. Ну что ж, первый энд закончен. 1-0. ФК деньги ведут. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Ну что, после первого энда 1-0. ФК деньги ведут. Мы начинаем второй энд. Пока ни одного гарда нет, Федь, правильно? Гарда нету. Что такое гард? Ну, когда ну, Федь, ты скажи, почему я думаю? Гарды – это защитники. Камни, которые ставятся в кёрлинге в самом начале игры, вот здесь по центру, чтобы не дать сопернику завести мяч туда. А полугарды есть? Полугарды. Блядь, гарды – это не то. Бля, ну я сейчас гард делаю. Центральный опорник. Не надо гард. Подожди, а по твоему мнению… Гарды – это, блядь, не мяч. А что это? Ты на, блядь, джиу-джитсу ходил вообще? Я нет. Ты недавно, полгода назад, видео. На канале Нича ему объяснял, что ты вообще-то у тебя джиу-джитсу есть. Ну, дан, ходил, конечно. Зеленый пояс. Я так шучу, что не ходил. Ты если врешь, напоминай все, что ты врешь. Мне так мама говорила. Витыч, Витыч, за Загоева. Не, это хороший удар. А я ничего не слышу. Блин, если он сейчас войдет в круг, надо... Петь, тебе надо гард выставлять. Войдет. Ну, закатись, сучка! Меня. Ну-ка попробуй сдвинь, тварь. Блин, ну смотри, есть понял? Один гард. Понял? Не войдет в центр никак. Да, ну по гардам вы ведете, я. Да, мы сделаем тейкаут. А есть субтитры какие-то? Федя свиповал, вы видели? И причем после круга, в разрешенно. Бля! Мне кажется, центрально даже. Я не смог сильно пнуть его. Прости, Витус, я виноват. Но это гард. Да это хуйня. Тут соглы плюс 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 плюс. Ты его хотел вывести? Бля. Очень хорошо. Убегает. Блядь, зайдет, зайдет, да ты зайдет, что, зайдет, сука, зайдет, опять? Зайдет. Зашел! Вышел, ходи, ходи. Вышел, вышел, вышел! Нет, не вышел. Yes! Линя. Ты прям второй энд, это чисто твой энд. Вот сколько в истории выпусков кёрлинга ты участвовал, во вторых эндах ты божишь. Спасибо. А подожди, куда? Стас, ты толкнул. Стас, блядь! Сейчас же ёпту бьёт! А что? А что не так? Блядь. А что ты убрал? Да, что ты убрал, Стас? Ну, а их команда решила, допустим. А что ты убрал в натуре, блядь? Ну, бля, не готовы мы были, мы же должны смотреть за ударом в любом случае. Ты что, охуел? Ты куда пошел? Поставить его. Он не остановился. Так он не дал ему остановиться. Он дошел бы. Так он не остановился. Ну, а ты правда бил, что ли, в качестве? Конечно. Так, блядь, тебя не снимал никто, да? Так сам снимал, вон камеру. Ну, бля, извините тогда. Тогда вы тоже перебиваете. Почему? Как нормальные пацаны попадете. Миша, я сейчас заберу. А что это, что? Нет, но они тоже перебивают. Да, 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 да. Да, пускай, ничего, давай, щелкнем их там. Забирай, они потом нысь будут, давай перебьем. Не. Забирай, перебьем. Давай сейчас просто, просто он пробил давай, просто давай, вообще сам, тестово, да, типа для да, себя. Да, но он же попал. Давай, промахнуть. Чувак, ну это гард. Это гард. Мы близки к победе. Почему? У нас ни одного мяча внутри. Блять. Вот вам и хихи, ха-ха, девочки. А если на ютубе? А хочешь? Хочешь. Команда победитель забирает 10 тысяч. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Ну прям слабенький. Мы точно не проиграем больше одного мяча? За работу, парни! Воу-воу-воу-воу! Он уходит справа! Он уходит! Он ушел справа! Охереть! Я ебу, как это получилось? Во втором энде 1-0 также побеждает ФК деньги. Получается 2-0 в сумме ФК деньги ведут. Не линию поставь? Нет, хорошо, хорошо. Хорошо. А так можно было, я не знал. Какие причины были тому, что он не понял? Не в голове ля-ля-ля. Я не знал, давайте я перебью. Я думал с линией только. Тебя тогда еще больше не нет, накатилось, я бы тогда силу рассчитал. Ух ты ж, блядь, ты шо? Шо, ебанулся, блядь. Еще и крестик можно.
Так, а внутри круга может быть гард? А стоп, а уже все, они не выигрывают. Три. Нет, смотри, если они сейчас 4 мяча закатят, то это будет 4. Откуда у них 4? У них 4 попытки? Нет, 4 мяча. Нет, а раундов 5. А, я это третий раунд. Я к тому, что даже... Блядь, он придумал! Нет, это все записано. У каждого игрока есть... Стас, ты, блядь, сейчас прослушаешь, потом будешь ругаться, что проигрываешь. Я скажу, с 14 года. Что ты, блядь? Я вообще лох! Мой попался. Да! Его, кстати, можно убирать. Подожди, а если какой-то заканчивается? Вот, они их убирают всегда. Ну, мы в прошлый раз не убирали. Что ты... Нет, ну вот тут. Нет, был. Да ну тут был, понятно. Вот тут был. А что вы делаете, блядь? Ты что делаешь? Бля, я буду выбивать это. Забирай его, нет? Нет, это гард. Нормально. Пускай будет. Почему они с святым ударили? Чего? Святой ваш. Дерихан ударил. Все, вопрос снимаем, давай. Федь, и ты вот этим людям проигрываешь, ты понимаешь? Да. Это прискорбно. Вы с 2-0 вы ведете, что это? Ой, хорошо! Ну да. Ударишь? Блядь! Сами страдали. Фух, ёбаный. Я очень расстроен. Вот сейчас опять, смотри, Федос. Он мог остановиться у линии, и наш мяч шел бы мимо, ударился... Нет, подожди, товарищ жюри, блядь. Что? Этот мяч мог остановиться на линии, не правильно? На какой линии? Да охренел? Мог, да. На какой линии-то? И на ваш, дай, ваш мог бы об него и закатиться. А? Перебить. Нет, нет, стоп, нет. Я говорю, он если нашу катится... Уже, он проходил круг. Если нашу катится, то он закатится. Да он не уходил, он уходящий был. Честно? Он уходил, нет. В ворота уже, он я... в ворота ушел. Ай, блядь, заебал. Ребята, пиздец, да? Ты злой, блядь. Ну, мы что, умные, что ли? Они специально? Они специально готовились? Вообще ни разу. Фу, да, позорище. Не, вообще ни разу. Не, честно, это я... Это не фэрплей. Позор! Позор! Тебе, нет, а тебе важно сам... поставить наш мяч ближе к центру. Ближе. Да, ближе к центру, там и так идеально. Очередной раунд закончен со счетом 1-0 в пользу ФК Деньги. В сумме 3-0 ФК Деньги ведут. Четвертый раунд впереди. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Блять. Айдарыч, сделаешь ему швабру на монтаже? Нет. Нет, да. Иди нахуй. Уберите дальше тебя, пожалуйста. Я тебя не трогаю, воздух общий. Воздух общий. Это что-то неуважение. Не мой поближе сделал. Но это не важно. Это как? Тебе лучше пошли? Нет, это идеальный. Пройдет. Ай-яй-яй! Он прокатится. Он прокатится. Но это, блядь, дисквалификация, нахуй! Это дисквалификация! Нихуя себе, блядь, нахуй! Это, мне кажется, стадион плохо подготовлен. Смешно, что ты реально пытался поле увеличить, да, чтобы он остался внутри. Все, этот убираем. Ну потому что он за пределами. Все, что... Нет, он может удариться и вернуться. Да, но по правилам так не должно быть. Все, почему? Что за правила, блядь? Правила керлинга. Ну все, слушай, что, все, что... Ну это правда так, Стас, я тебе говорю, все, что проходит центральную часть и вылетает из круга, убирается всегда, правда. Я сейчас закачу свой и закатится это, то есть сейчас у нас будет 3 очка. 2. Один уже там, так. И я сейчас этот задену тот, будет он закатится. Если ты заденешь ближний, он ударится об дальний и выкатится все. Давай. Блять, и так возможно. Вот такая история произошла со мной. Ебать! Бля! Ну как точно по центру, а? Потенциально Амкал сейчас может заработать первое очко. Я глазам своим не верю.
1-0 в четвертом раунде, в сумме 4-0, в деньги рвет Амкал. Есть варик только на ничейку. 4 мяча. Да. Сосать. Нет. Нет. Если он ошибется, то все. Ну, если перебьем. Да, все. Ебы не совсем идут. Попробуй так. Не, он не выкачал. Он не выкачал. Ты должен выбить тот их мяч, да. Наш останавливается там, да. И они потом наш вкатывают, ага. И я последним ударом ставлю наш, все четыре, да. Наших круга. Вам бы желательно, чтобы он вот так в дугу сделал и все мячи в кучу собрал. Вот сейчас как раз таки, по-моему, уже тебя не спрашивают. Вот. Нормально. И пошел в жопу. Хватит, снимите себе номер. Давай. Да, прикинь, что это... Ну я это и хотел сделать. Все, конечно, все, еще выбил бы тот, это было бы гениально. Пять ноль. Выбеждает футбольный клуб деньги у футбольного клуба Амкал и выигрывает 10 000 рублей. Это деньги Амкал. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Ссылки внизу в описании на каждого участника. Спасибо вам большое, что посмотрели в очередной раз футбольный челлендж. Если нравится кёрлинг, будем делать турнир. ФК Деньги будет против Тудрос теперь, Амкал против Ромы. А проиграли кто? Мы, Амкал. А вы откуда? Из Амкала. Ясно. А вы? Понятно. Мы из денег. А мы в Англию летим. А мы в Бразилию. Блядь. А вы пососали. А мы считаем уже, если, блядь, у вас Леха Гуркин полетел в Бразилию, это не значит, что мы уже там, блядь. Деньги летят в Бразилию. Уже там, блядь. Извините, пожалуйста, я даже не буду вас спрашивать, но я очень хочу, чтобы эти два человека были в одной команде сейчас. А второй ролик мы сейчас запустим в футбольный клуб. Да, Федя со Стасом в одной команде. Да и пошел. И Эльхан со Жданом. Вы же Нагатинская лига. Да. И... Коломность. Коломенск. А мы какая, блядь, лысая лига. Давай, проебем последу. Да, проеби так проеби. Ждите, скоро, через пару дней, новый батл футбольный. Ты планировал два записать? Нет, я просто сейчас вижу, как клево. Ну и в целом, мне понравилось.